люблю это. Блин, привод, о, я уже курю. Все, я сдаюсь. Отстаньте от меня. Я не вывожу. Нет, не хочу. Я с России. Вот. Короче, поставьте плюс, кто адекватный. Похоже, никого. Черт. Из Канады. Канада? А сейчас ты где? Thank you. Ого, в Москве. О, Раянчик, вот нормальный, по-моему, пришел хотя бы. My dream girl. Ой. Да я поняла, что ты из Канады. Торонто. Ну да, не знаю. Hello. Лерия, нормально? Нет, ты меня пугаешь, честно говоря. Как это маньяк вообще? Это как? Реально. Иногда много, иногда немного. Иногда нисколько. Нет, Райан — это мой муж вообще. Точнее, не Райан, а Райан. О, Райан из Канады. Далеко? Да, я сейчас в России. Сколько вам лет? Сколько дадите? Thank you, Ryan. My love. Просто стрим на другой площадке. На какой? Тангу. Первый раз слышу, что это такое за приложение.
она мне не выдает. Я хотела вот посмотреть, что мне не выдает. Прям так тангу. Вообще первый раз. А, нет, нашла. Честно, первый раз услышала о таком приложении, даже не знаю. Интересно. Ну а там типа как, больше русских или нет? Как вообще там? Может мне тоже туда пойти? Там мне что-то в ТикТоке вообще как-то некомфортно. Скажу так, тут очень много неадекватов. Черт, у меня не грузит ничего. Ну ладно. Ну блин, тут по-разному можно реально. Как пойдет, не знаю. Но можно. А ты собрался докачать его? Собрался. Привет. Так я не знаю, я туда не собираюсь, наверное. Не знаю. Ну, блин, тут типа так же. Так что... Тут типа тоже так же. Но тут нужно 1000 подписчиков. Вроде как-то можно обойти. Но... Слышь, Влад, а где Зодио? Что-то уже 3 дня не заходит.